Уважаемые коллеги, добрый день. Хочу начать с того, чтобы поздравить вас с избранием на высокие должности в регионах, жители которых доверили вам эти очень важные для каждого конкретного человека посты, потому что чем ближе к людям, тем все ответственнее и тем сложнее. Я думаю, что кто-то из вас это уже знает, кто-то это почувствует в ближайшее время. Ну, предвыборная кампания имеет свою логику. Она заключается в том, чтобы прежде всего показать избирателям свое намерение, показать то, чего вы хотите добиться. Но эта логика также диктует и жесткую критику в отношении оппонентов. Это все понятно. Но понятно также, что после окончания этого периода наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное. У всех у вас разный жизненный опыт, разный административный опыт. Кто-то, вот как Олег Николаевич, начинал как слесарь-сантехник свою трудовую деятельность, кто-то как врач, кто-то как юрист, но сейчас вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете, все то, что накоплено за годы вашей работы, жизни, и жизненный опыт, и производственный опыт, общественной деятельности, что очень важно, и поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты на благо людей. Я хочу вам пожелать успехов, хочу пожелать вам достижения тех целей, которые вы собой ставили в ходе избирательной кампании. Пожелать вам, чтобы вы не обманули граждан, чтобы они не обманулись, сделав выбор в вашу пользу. В большинстве ваших регионов предвыборная кампания была сложной и даже конфликтной в чем-то. Ну, такова логика политической борьбы. На самом деле, я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят. Совсем недавно я встречался с лидерами всех парламентских партий, с лидерами в парламенте России. Мы об этом тоже говорили. Они со своей стороны тоже обещают вас всячески поддерживать. Надеюсь, вы эту поддержку почувствуете и со стороны государства, с моей стороны, со стороны ваших однопартийцев. И я хочу пожелать вам удачи. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками.